Начинаются сказки, когда в доме темно. Этот маленький гном сам себе господин. Он построил свой дом и живет в нем один. Он не ходит в кино, не разводит собак. Он не любит вино и не будет. Ночью и днем, ну а ты что не спишь? Закрываются глазки, ночь стучится в окно, начинаются сказки, когда в доме темно. Очень маленький гном вдруг совсем загрустил, на свой маленький дом мне взглянуть разрешил. Он отдал мне ключи, он сказал мне прощай, ты меня не ищи и по мне не скучай. Этот маленький гном был такой же малыш, спал и ночью, и днем, ну а ты что не спишь? Закрываются глазки, ночь стучится, начинаются сказки, когда в доме темно. И шагал много дней этот маленький гном. Отыскал он друзей и привел их в свой дом. Стали петь, танцевать, раздавать леденцы. Вот и сказки конец, мы с тобой молчим. Ночью и днем, ну а ты что не спишь? Закрываются глазки, ночь стучится в окно, начинаются сказки, когда в доме темно. Ну что такое? Пей чай. У нас там вообще такие классные все такие штучки, да. Вот мы приходим, да, вот с Алексом, например, он, конечно, меня любит, но когда вот он видит, что он ревнует. Вот у меня тоже эрло такое, вот видите, вот ему нравится. Покажи эрло. Вот нет, а горло ты делал, у тебя горло там что-то вот так, да? Сексуально, он считает сексуально это. Он считает вообще сексуально. Ну, я как бы не знаю, да, вот хотел совет. Как ты думаешь, можно так делать или нет? А ты ему изменял? Ни разу вообще. А к маме он ревнует, ко мне? Ко мне он ревнует? Если ты долго по телефону со мной разговариваешь. Это вообще как? И что он тебе говорит? Я знаю. Совсем его. Так, ты что смеешься? Что ты смеешься? Я тебя делаю. А я думала... Сережа. Слушай, она же есть. А ты не знаешь. Ля-ля-ля! У нас есть ля-ля-ля! Это мама такая у меня. Прикольно. Мама всегда... Я просто сказала, что у мамы всегда хрустит во рту. Хоть что она ест. Суп, молоко пьет. Всегда что-то... Ты всегда под конец так чай пьешь, когда... Что это такое? Почистила зубы.